пошло, пошла загрузка наконец-то. Ура! Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте, Татьяна. Рада вас видеть. Вы, наверное, один из немногих спикеров, про которого меня вот на протяжении всего месяца нашего марафона меня спрашивали, а вы не хотите Татьяну Соколову пригласить? А будет Татьяна? Очень интересно ее мнение. Как же нам всем выжить в данной ситуации? Поэтому я прям вас, видимо, готовила на 30 апреля, на завершение своего вот марафона, вот нашего в Лиджи Клаб, чтобы вы нам с нами поделились. Как ваше настроение? Всем здравствуйте, да, обязательно поделюсь. Давайте представлюсь, вдруг кто-то меня не знает. Меня зовут Соколова Татьяна, я создатель бренда Ideal Forms. На данный момент все еще практикующий брафитер и, собственно, владелец франчайзинговой сети. Мне очень приятно, что народ хотел этот прямой эфир, хотел встречи. Я буду рада поделиться, рассказать. Настроение у нас боевое. Да, я думаю, что никто не ждал вот такого стечения обстоятельств, но, собственно говоря, работаем с тем, что есть. Вот, я могу сказать, что, наверное, вот именно в этой ситуации я поняла, что когда-то было принято правильное решение все-таки продавать белье через онлайн. И что весь этот период времени, в котором я именно этим и занималась, пошел только на пользу, да, потому что он дал колоссальный опыт, и я успешно этот опыт могу передавать своим партнерам, помогать им, собственно говоря, и тем студентам, которые у меня обучаются, вот рассказывать, как я это делаю, да, потому что здесь вот сейчас решающим фактором играет то, у кого лучше насмотренность, да, у кого лучше налажены бизнес-процессы в плане подбора онлайн, да, кто в этом более преуспел, так скажем. Вот, поэтому у нас нормально, ну, как сказать, я думаю, что первая неделя была такая упадническая у всех, все взяли такую паузу многозначительную, взяли, как сказать, ожидание было, да, а что будет дальше, потому что было непонятно. Ну, мне, честно говоря, было сразу понятно, что нас посадят не на месяц, дай бог, чтобы мы вышли все 12 мая в офлайн, да, режим, но почему-то мне кажется, что маем мы не ограничимся. Поэтому со второй недели уже как-то все более-менее расслабились, и народ пошел. То есть в первую неделю было такое, что когда клиентам писали, было затишье, то есть люди вообще никак не реагировали. На вторую неделю хотя бы люди стали давать обратную связь, да, то есть отвечать на сообщения, там, говорить о том, что, слушайте, мне вот так нравится там то-то и то-то, я обязательно приду, как только там вы откроетесь, там, и закончится этот карантин. Вот. Потом, чуть-чуть еще время прошло, собственно говоря, а чего ждать, давайте мы вам это доставим уже домой, там, с примеркой, вообще без проблем, и покупайте здесь и сейчас, что ждать, да, собственно говоря, жизнь же все равно идет, да, ну, сели мы дома, но на этом же жизнь-то не остановилась, ну, немножко другая реальность, ну, ничего страшного, будем под нее подстраиваться, так что так. Сейчас мы поговорим про эту другую реальность, а пока у нас традиционный коротенький блиц, я всех своих спикеров мучу этими 7 вопросов. В чем ваш самый крутой навык, в чем вы номер один? Ну, чего скромничать, я номер один в подборе белья онлайн. Отлично, отлично. В чем ищете вдохновение и креатив? Вы знаешь, я ищу вдохновение и креатив в своих собственных целях, да, в каких-то глобальных задачах. И это меня вдохновляет, я всегда, я такой, как сказать, я могу сказать, достигатор, да, вот у меня есть намеченная цель, и она меня вдохновляет. Да, могут быть сложности, но я вот вижу, к чему иду, и именно это дает мне силы идти дальше. Звонок просто был, я вылетела. Видно меня, слышно? Ну, вас плохо видно, да. Слышу я вас хорошо, плохо вижу. Ребят, не смотрите на меня, смотрите на Татьяну Соколову. У меня бывает, что меня плохо видно, я, в принципе, уже привыкла. Ага. Тань, проект, которым вы гордитесь. Что-что, Танюш, не услышала? Проект, которым вы гордитесь.
Угадайте. Конечно, я горжусь, да, я горжусь своим брендом, я горжусь своей франчайзинговой сетью, я очень горжусь теми партнерами, которые сейчас со мной работают, потому что, наверное, вот именно в этот период, да, это такая, знаешь, проверка на прочность всех, вот, в том числе и всей сети. Ожидаем Татьяну. Может быть, должно быть лучше. О, ура! Отлично, да, чуть лучше, уже хорошо. Я надеюсь, мы сохраним это. Тань, что вас мотивирует и заставляет двигаться дальше, просыпаться в отличном настроении? Вот что мурашит, как говорят? Мои цели. Цели, ну... Знаешь, ну, знаешь, это так избитно на самом деле, да, про цели. Это, конечно, сюда дети, естественно, потому что я бы, наверное, не стала бы так глобально мечтать, не стала бы так глобально действовать, если бы не цель дать больше своим детям, чем ты можешь дать вот просто живя среднестатистическую жизнь, скажем так. Чего боитесь, чего опасаетесь? Ну, здесь я, наверное, соглашусь со многими, если скажу, что да, я действительно боюсь, как сказать, увидеть там, смерть своих детей, да, это, наверное, самый такой большой страх, чисто женский. Если говорить конкретно про себя, то, ну, я, на самом деле, очень требовательна к себе, и у меня вот моменты не довести дело до конца, это для меня вот один из моих страхов. У меня есть такое, что мне надо все доделать до конца. Вот удивительно, я сколько знаю, Татьяна, они практически все перфекционисты. Я думаю, может быть, это отпечаток имени уже накладывается. Очень многие запущены требования к себе и к другим. Да. На кого, скорее всего. На кого подписано, за кем следишь, кого можешь порекомендовать нам, чтобы мы тоже подписались? Ну, если говорить из таких вот прям полезных блогов, мне очень нравится Галия Бердникова. Такая интересная девушка с очень интересной судьбой, интересным опытом не только жизненным, но и бизнеса. Она достаточно молодая, но очень успешный предприниматель. Поэтому, кто ее еще не знает, очень советую на нее подписаться. У кого есть желание вступить даже в ее финансовый клуб, очень, очень много дает бесплатно, да, то есть там есть что брать, чисто как для предпринимателя. А если говорить про прокачку, про личностную, то мне очень нравится Марина Мелия. А у нее очень хорошие книги по психологии, и для мам она будет очень полезна. Последняя ее такая прям хитовая книжка называется «Отстаньте от ребенка». Вот, всем рекомендую. На Литресе она есть, там что-то по длительности, она очень коротенькая, но я думаю, что у кого есть дети, им вам будет это очень полезно. Вот. А для бизнеса у нее есть отличная книга, называется «Бизнес – это психология». Вот. Марина Мелия – это коуч всех миллионеров и миллиардеров, поэтому ее действительно, на нее стоит подписаться и ее книжки почитать. А из такого прям умного и тоже про себя – это про мозг мне очень нравится читать. Есть у Курпатова хорошие книжки, да, там про красную таблетку. А есть еще Татьяна Черниговская. У нее нет бесплатного материала, но на Литресе и в Инстаграме иногда бывает, вот она выкидывает всякие полезные посты почитать. Ну и все ее лекции тоже можно купить. Такая книжка, ну, это даже не книжка, это сборник таких аудио, ну, ее лекций. Хорошо так голову вскрывает, скажем так. Полезно узнать про себя. Я разделяю и Курпатову, и Черниговскую. Это прям моя любовь такая большая и оба, да. Тань, цитата, которая вдохновляет по жизни либо в последнее время? Ну, вот у меня есть фраза, которая вот она больше к бренду, да, это что нет ни идеальных форм, да, все женщины идеальны во всех размерах. Идеальные формы в любом размере. А есть то, что по жизни, это фраза из «Старика моря», это «даже не думай, что ты можешь не справиться». Прекрасно. Вот, наверное, сейчас это самое такое актуальненькое. Да, да, прям поддержу. Ну и давай к основной части, ради которой, собственно говоря, я думаю, люди уже заждались, к
Кстати, вопросы вы тоже можете задавать, мы с удовольствием ответим. Таня, ты сказала Да, пишите. в самом начале, что ты изначально пошла по пути онлайн и твои, соответственно, Да. франчайзи. Но у вас есть физические магазины? Ну, офлайн. Конечно. Да. Да. Но у нас преимущественно шоурумы, у нас не так много салонов, которые находятся в торговых комплексах, у нас есть магазины стрит-ритейла, но преимущественно основная масса – это шоурумы. То есть нас карантин коснулся, он нас коснулся, но это было не так, например, плачевно, как для других там, сетевых компаний. При этом я все-таки считаю, что, ну, так как... Знаешь, у нас нет такого, что есть один главный, да, а все остальные это подчиненные. Нет. Так как партнеры у меня это самостоятельные предприниматели, то, конечно, здесь не было такого, что, знаешь, мы все закрылись, мы не работаем, сидим дома. Нет, в разные регионы здесь каждый принимал решение самостоятельно. У нас есть салоны, которые не закрывались вообще ни на один день. Да, то есть у них в регионах можно было работать, и они все работали. То есть ни один не закрывался. Есть кто закрылся, потому что находится в торговом комплексе, и их просто не пускают туда. Но вот сейчас там решилась проблема с тем, чтобы забрать белье и хотя бы вот как-то на доставках зарабатывать, потому что аренду-то никто не отменил, естественно. То есть самое вот это вот, знаешь, как это мне так нравится, да, вы работать не работаете, но платить вы не забудьте обязательно вот про аренду-то, про свою. То есть это да. У тебя же тоже есть магазин? Нет. Нет? Я всю розницу свою продала. Да, я сама в розницу не работаю. Нет. Но были у меня были мысли открываться снова, но я поняла, что, знаешь, это такое размывание фокуса получится сейчас. То есть если я... Ну, естественно, я сама не встану подбирать, да, потому что у меня есть другие задачи. Ставить какого-то другого человека, ну, как бы, зачем, когда я лучше это отдам своим франчайзи? Вот, потому что это надо сотрудника обучить, опять время на это потратить. То есть я немножко другой формат предполагаю. Мне, конечно, сейчас карантин внес свои коррективы в мои планы, и я просто, знаешь, так остановилась немножко и подумала, Таня, может быть, стоит и эту идею пересмотреть. Поэтому пока что я в раздумьях. Что мы дальше сделаем с тем, что у нас вот есть? У нас есть помещение, ну вот дальше будем смотреть, как его обыгрывать будем. Ну, получается, в Санкт-Петербурге, который IDL Forums, это не твой, это тоже твой франчайзинг. Это мои партнеры, да. Как можно продвигать граффитинг, не имея практики? Нонсенс, Света, не столько практики, ребят, правда. Знаете, у меня 10 лет личной практики, свой розничный магазин я продала в прошлом году. Поэтому до этого у меня было полно своей практики, и при этом моя практика не заканчивается до сих пор, потому что я на данный момент до сих пор практикую. То есть консультировать онлайн я консультирую, и точно так же приезжают партнеры на обучение, и там тоже есть практика, просто это все проходит, ну, в закрытом формате, естественно. Вот поэтому практики, поверьте мне, у меня хватает. Ну, я правильно понимаю, у тебя же помимо того, что ты своих франчайзи обучаешь, и в любом случае, я думаю, что они к тебе обращаются за помощью, когда не могут сами подобрать. Ты все равно их ведешь и помогаешь. У тебя есть еще обучающий курс для женщин, которые хотят сами научиться. Да, да. Еще у тебя есть книга. А еще ты... Ну, она такая. А еще, я знаю, ты еще одну сейчас пишешь. Про, ну, обдумываешь. Она на самом деле, она почти готовая, но она задвинута в стол лишь по той простой причине, что у меня недостаточно на нее времени, да, потому что это надо сесть и вот только этим заниматься. Знаешь, я когда каждый раз там курс дописываю, ну, потому что вот иногда приходят такие женщины, которые, знаешь, вот тебе кажется, что ты за 10 лет уже видела все. Кажется, что тебя уже ничем не удивить. А потом приходит какая-то женщина и думаешь... Опачки, а оказывается, еще и меня можно удивить. Да, и я очень благодарна своим партнерам, потому что представь, сколько их, да, и каждый день у нас есть отдельный чат партнерский, где мы вместе все обсуждаем, ну, в плане, если есть какие-то моменты по примеркам, естественно,
Каждая дает свои рекомендации, потому что у каждого уже нарабатывает тоже свой опыт. Вот, и получается такой симбиоз вот этого вот всего. И это, наоборот, еще больше дает каких-то инсайтов. При этом я же сама, ну, не заканчиваю свое собственное обучение, да, потому что мало просто практиковать. Да, есть люди, которые тоже имеет свой уникальный опыт. И вот у них его надо перенимать, посмотреть на их видение подбора. Это тоже очень интересно. Короче, это все вместе так складывается, что потом появляются новые уроки. И да, я на самом деле могу сказать, что многие, ну, по крайней мере, на данный момент это два человека, кто вначале прошли курс, а потом купили франшизу. Стоит твоя франшиза, но я думаю, это лучше тебе лично потом написать, и ты расскажешь все подробности. Ну, да, давайте мы сейчас не будем здесь про франшизу, давайте мы лучше про ситуацию, про брофитинг поговорим, в принципе, про бизнес, если кому-то интересно будет, без проблем, менеджер по продажам даст вам всю информацию. Получается, что несмотря на то, что там у твоих партнеров есть какая-то, офлайн, ты изначально по франшизе, я просто посмотрела аккаунты твоих партнеров, они достаточно грамотные, они достаточно качественные, у них у всех есть практически фотосессии. И, девочки занимаются онлайном, они пишут, мне очень понравился Воронеж, это прям мне очень, девочка, не знаю кто, но мне нравится. Какие-то вот, тоже по Москве неплохие мне понравились посты. И я вижу, что девчонки работают и развивают онлайн. То есть вы изначально всегда развивали и продвигали онлайн, в частности, Инстаграм. Ну, я тебе могу сказать, что Инстаграм и вообще вся реальность, она внесла свои коррективы, и так как сейчас просто Инстаграм – это самая продающая площадка, да, то она и стала такой базовой, потому что у меня был сайт, даже когда я просто была одиночным магазином, был сайт. Когда началась упаковка франшизы, я, честно говоря, не хотела делать на нем ставку, но здесь уже знаешь, как это… Положение обязывает, да, и у нас пошла эта большая работа по ребрендингу, так скажем, и она так несколько затянулась. Поэтому, конечно, трафик должен быть еще из сайта. Я никогда не делала ставку на офлайн, потому что брофитинг – это вообще не поточная тема. То есть, знаешь, типа такая шла-шла, а пойду-ка я зайду на брофитинг. Ты выйди на улицу, там, спроси у первой встречной женщины, она знает, что такое брофитинг. Да я тебе уверяю, что 9 из 10 спросят женщину, зачем вы ругаетесь? Что это такое вообще? О чем вы? Ну, то есть это, ну, когда мне даже франчайзи, например, говорят о том, что там, где лучше открываться, в торговом комплексе или в шоуруме, я могу честно признаться, что, я вижу это как в формате шоурума. Хотя у нас есть, кто работает в торговом комплексе, и они достаточно успешно работают, то есть они, клиенты заходят, подбирают, но, конечно, здесь, знаешь, такое столкновение интересов происходит, когда женщина же приходит, и она хочет видеть то, к чему она привыкла, да, то есть, а когда к тебе подходят, начинают тебе что-то говорить про правильные размеры, и знаешь, некоторые бывают такое недоумение, типа, да, я просто зашла посмотреть, что вы ко мне тут пристаете. Ну, то есть, разные женщины, разные ситуации, поэтому, конечно, я больше за онлайн, и почему всегда была больше за онлайн, потому что Санкт-Петербург и Москва – это такие два избалованных города. У нас очень много всего, у нас много торговых комплексов, у нас много хороших магазинов. А вот другие регионы, они немножко, знаешь, ну, то есть, как они говорят, Тань, ну, классно, ты пишешь, ты там что-то вот рекомендуешь, а куда мне идти за этим, за всем? Где мне это купить? И, собственно говоря, тут и встал вопрос о том, что если женщина хочет купить, она уже тебе доверяет как эксперту, а почему бы не отправить онлайн? Угу. Ну, вот так это все и началось. То есть я изначально тоже не очень-то понимала, как это так сделать, чтобы вот минимизировать вот эту вот возможность ошибки, потому что никто ее не исключает, и глупо говорить о том, что, знаешь, ты там подбираешь 99,9. Нет, конечно, там куча всяких факторов, которые могут
сыграть не в твою пользу, так скажем. Но если ты их предупредишь, если ты знаешь, на что обращать внимание при онлайн-подборе, и клиентка открыта к этому, то есть она сама заинтересована в том, чтобы ей подобрали онлайн и привезли ее правильный размер, и она сама этого хочет, то она сделает все, что ты попросишь для того, чтобы снизить вероятность ошибки. Поэтому так вот мы и работаем. Да, это не просто сказать, что это такой простой бизнес. Нет, это непростой. Поверьте мне, офлайн работать в этом плане гораздо проще, чем онлайн. Скажи, пожалуйста, вот в Инстаграме я вижу, что вы делаете большую ставку на контент и на визуал. Ну, по крайней мере, оформление ленты, посты информационные. Какие-то еще методы для продвижения своих аккаунтов вы используете? Ну, слушай, ну здесь, знаешь, такой немножко личностный фактор играет роль, знаешь, потому что люди все приходят разные, партнеры тоже все разные, да и бизнесмены, в принципе, все разные, да. Кто-то, например, готов выходить в прямые эфиры, кто-то их боится. То есть у меня у многих франчайзи, у них есть такое, а что, мне надо себя снимать? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? И ведь это нормально, на самом деле, когда в Инстаграме только прямые эфиры появились, я тоже не понимала, зачем я буду что-то там включать, целый час сидеть, что-то говорить, кто меня будет слушать, зачем это им надо? И я себя заставила, точнее, меня заставили, я просто была на курсе по продвижению Инстаграма, и там было задание, что мы должны выйти в этот самый прямой эфир. И вот хочешь ты, не хочешь, но ты должен выйти в него. И вот так вот я вышла, и потом после этого было уже не остановить. И, конечно, прямые эфиры, живые обзоры – это все то, что сейчас продает. Потому что, на самом деле, если вы думаете, что люди покупают только с красивой картинки, это неправда. Люди покупают всегда только у людей. Ключевым фактором является вот этот вот момент, как сказать, сошлись мы с тобой или не сошлись? Да, понравился ты мне чисто вот энергетически даже через экран или не понравилось? Ну, это же абсолютно нормально. Да? Бывает, открываешь такой весь красивый, идеальный аккаунт, но там вообще нет души. А бывает, открываешь, вот, ну, вроде вот что-то как-то попыт, люди, ну, видно, что человек делает с душой. То есть там нажимаешь на вроде бы совершенно обычное видео, а там реальный живой обзор, там живой человек что-то говорит, что-то показывает, что-то объясняет. И вот именно это, мне кажется, не продает. Вот красивый визуал – это лишь, как сказать, первое, чтобы привлечь внимание. А дальше это уже личностная работа. И если ее нет, и здесь невозможно делать по шаблону, это все считывается. Да? Даже если, например, у меня партнеры берут себе в помощь SMM-специалиста или там контент-менеджера, который им помогает с ведением Инстаграма, то я всегда говорю, ни один SMM-щик за вас прямой эфир не проведет, ни один ваш продавец лучше, чем вы, не продаст. Потому что все, кто занимается бизнесом, все знают, что лучше, чем собственник, сделку не закроет никто. Поэтому это очень важно, да, чтобы люди знали, кто стоит за этим магазином, кто лицо этого магазина, и, собственно говоря, на чем это все базируется. И если вы, там, даже вот в плане франшизы, например, я всем всегда говорю, вам придется вылезти из своего домика, и вам придется показать себя, потому что люди будут идти на вас. То есть ваши подписчики будут на вас подписываться и покупать у вас, когда вы себя там покажете. Только так. А по-другому никак. А вот какие-то, ну, понятно, что в последнее время Инстаграм очень плохо работает без денег. Очень плохо он работает на контенте и на визуале. А реклама платная запускаете? Да. А куда без нее деваться? Конечно. Сами настраиваете или у вас таргетологи, либо каждый франчайзи сам решает эту проблему? Ну, смотри, у нас есть вообще свой таргетолог, но, как тебе сказать, по опыту, да, я все-таки за то, чтобы у каждого партнера был свой специалист. Это опять же таки вот с тем, что не все люди сходятся, да. Практика показала, что когда это делают отдельные люди, это эффективнее. Угу. А лидеры мнений, блогеры, обращаетесь как-то, продвигаетесь? Да, естественно, да. Ну, и слушай, я вот, например, начинала в Инстаграме, когда еще в Инстаграме не было таргета.
как бы только блогеры и продавали. Но они тогда все и набрали вот эту свою массу, и ценники у них залетели. Сейчас, знаешь, есть такое, ну, я думаю, ты тоже про это знаешь, да, что сейчас очень много кто говорит про мелких блогеров, что они якобы эффективнее отрабатывают, кто-то говорит, что надо брать средних блогеров, вот, ну, я лично считаю, что здесь очень важна аналитика и важен вот такой экспертный взгляд на блогеров, даже просто посмотреть, там же хорошо видно, живые ли там, там лайки, подписчики, вообще как блогер себя ведет, как он себя позиционирует. Потому что, знаешь, там брать блогера, который тебе не нравится, мне кажется, это тоже неправильно. Ну, то есть он там подходит по всем параметрам, но вот он тебе как человек не нравится. Ну, это будет слив бюджета, я считаю. Это не зайдет вообще никак. То есть, ну, это так вот, это так и пройдет, вот как вот прошло и прошло. Ну, там будут какие-то продажи. Но вот этой вот любви, как сказать, вау-эффекта не случится. Ну, это сугубо мое личное мнение. Я работаю, например, только так. Я, например, не буду отправлять тому, кто мне, ну, просто неприятен. Зачем? А ты лично проверяла, ну, вот если мы про твой опыт говорим, блогеров, либо ты там, ну, и также макеты для таргетинга, ты проверяла, то есть сама как собственник ты участвуешь в этом процессе? По макетам, слушай, ну там очень все хорошо становится понятно, когда, ну, естественно, макеты, это же все обсуждается, но я могу тебе сказать, что, ну, таким личным опытом, да, не заходят постановочные видео, не заходят постановочные фото. Сейчас, чем лощеннее твоя картинка, тем хуже она работает. Заходит вот формат здесь и сейчас. Вот как будто ты сама подошла к зеркалу, сама себя сняла, там, либо, если вы не хотите себя снимать, значит, снимаете обзор там, на модели или там, даже на столе, это заходит лучше. Так, а вот скажи, пожалуйста, у нас очень многие люди спрашивают в процессе эфиров, если сейчас нет онлайна, ну, либо есть, но Инстаграм в зачаточном виде, нужно ли в него вкладываться? И вообще, как вот понимать, чтобы получилось это действие, вложение денег в Инстаграм, не получилось таким истеричным поступком во время карантина? Как вот оценить mm-hmm. свои возможности? Слушай, ну, в любом случае, если вас не было в онлайне, ну, знаешь, это вот сбылась пророческая фраза, да, если тебя нет в если вашего бизнеса нет в интернете, считайте, что у вас нет бизнеса. Вот. Вот она и сбылась, собственно говоря. Поэтому, конечно, нужно выходить, и неважно, сколько у вас там подписчиков, это абсолютно не имеет значения, надо брать и делать. А если говорить вот там про шаги, то я 100% пошла бы на курсы по Инстаграму и шла бы за ручку, да, то есть прям вот что говорят, то и делать, как раскручивать, как поднимать аккаунт. Я бы прям пошла и в это вложилась бы, и прям делала бы. И поверьте мне, если вы будете делать, как говорят, и учиться у толкового специалиста, то у вас все получится. Если у вас нет опыта продажи белья онлайн, в частности, например, там по бюстгальтерам, да, то я бы делала ставку тогда на корректирующее белье и домашнюю одежду. То есть, ну, то, что проще подбирать дистанционно. И делала бы ставку бы на это, и продавала бы это. И а там бы уже дальше нарабатывала бы опыта. Но я сама вот, например, в начале карантина на эту неделю проводила интенсив, он был абсолютно бесплатный, были разный был контингент, были и собственники магазинов, были и просто обычные женщины. И, ну, я вообще нормально отношусь ко всем, там, кто продает белье, потому что, как бы, так скажем, это же... Твои, ну, кто-то считает конкуренты, да, но я больше считаю, что это коллеги. Вот, и это абсолютно нормально делиться опытом, делиться какими-то знаниями. То есть, если люди хотят получить, почему их не дать? Ты же, когда отдаешь, ты же становишься только от этого наполненней, да, то есть надо, когда полная чашка и все выплескивается, надо же выплеснуть, чтобы снова наполниться. Вот здесь из той же самой оперы. Поэтому я всегда рада отдавать, и очень много кто из собственников участвовал, они сказали: Тань, даже за 5 уроков ты мне смогла чуть-чуть там подкрутить, и я поняла, как мне теперь работать. И это хорошо. Собственно говоря. Если говорить, что сейчас происходит в кругах, ну, среднего бизнеса, да, и
чуть повыше, то я тебе могу сказать, что очень многие люди сняли свои короны и начали объединяться. Потому что все поняли, что поодиночке всех сломают очень быстро. И поодиночке бизнес загнется гораздо быстрее. А вот когда вы объединяетесь, вы становитесь силой. И, конечно, вот кто-то мне спрашивает, а упал ли у вас спрос там на франшизы? На самом деле нет, не упал. Да, даже сейчас, в период карантина, мне лично в директ пишет куча народа о том, что Таня, дайте, покажите ваши условия, мы хотим сейчас там обсудить эти, ну, возможности. Потому что люди прекрасно понимают, что в одиночку выживать гораздо, гораздо сложнее. Потому что ты остаешься один на один, и никто тебя не поддержит, никто тебе не поможет. У нас, конечно, в этом, ну, есть преимущество, потому что у нас внутри есть коммуникация, и внутри партнеры сами себя поддерживают, помогая друг другу, да, и не только словом, но и делом, потому что и внутри сети можно и товаром обменяться достаточно быстро и оперативно, потому что некоторые же поставщики, например, сели на карантин и вообще ничего не отгружают. Что для меня, например, вообще удивительно. Таня, так а вот как наладить эту удаленную работу? Вот, ну, этот подбор. Я понимаю, что это твоя коммерческая тайна, скорее всего, онлайн-подборы, это определенная технология. Но вот как начать? Вот человек, вот он только вчера завел аккаунт, у него там 100 подписчиков или 200, это его же клиенты. И вот каким образом, то есть какие шаги, какие меры предпринимать, чтобы наладить эту удаленную работу? Ну, слушай, я в любом случае, я вот, например, не... Я за то, чтобы не ставить эксперименты на своем бизнесе, да? Вы должны четко понимать о том, что если вот у вас с этим большой пробел, и сейчас для вас это будет такое большое приключение по типу создать свой аккаунт и сделать так, чтобы он начал продавать. Начните сначала. Идите на курс и доведите до ума свой аккаунт, да, потому что если у вас нету 21 поста, нет смысла там даже рекламу запускать. Если у вас нету 1000 подписчиков, то вам вообще все будет очень тяжело, да, надо хотя бы до 1000 добежать. Вот, и здесь все будет зависеть только от вас, как быстро вы будете это делать. Плюс все равно не надо, как сказать, не надо скидывать другие онлайн-площадки, даже тот же «Контакт». Ну, меня нету в «Одноклассниках», я там ничего не могу сказать, но если говорить конкретно по среднему чеку, здесь, конечно, должен каждый ориентироваться на свою целевую аудиторию. То есть первое, что вы должны сделать, это проанализировать свою целевую аудиторию. Я, конечно, слабо себе представляю, как на среднем чеке там, в 2000 рублей заниматься онлайн-подбором или вообще онлайн-продажей, потому что, ну, это определенная целевая аудитория, которая не готова платить. И для нее это, если для нее 2000 это существенная сумма, то вам достаточно проблематично будет работать с этой аудиторией. Все-таки нужно понимать, что если вы приходите в Инстаграм, то здесь целевая аудитория более платежеспособная. Соответственно, вы должны и товар предлагать соответствующий для этой целевой аудитории. Если у вас нет этого товара, то, ну, начинайте заниматься Инстаграмом, но там идите, например, в ВКонтакт. ВКонтакт сейчас полноценная площадка для создания там, онлайн-магазина, вы можете это сделать прямо даже в своем аккаунте, там не надо никаких групп и страниц заводить, прямо начинайте вот, работать с тем, что есть. Да, там средний чек пониже, там больше регионов сейчас, все-таки Инстаграм это больше про крупные города, регионы меньше представлены и меньше люди покупают из регионов в Инстаграме, хотя они тоже есть, не все. Но вот если прям вот разделить людей по категориям, да, по целевой аудитории, по женщинам и по платежеспособности, то здесь надо исходить вот из этого. Первое, что надо сделать, это проанализировать собственный бизнес. Начинать и посмотреть, кто твой целевой клиент, кто она, да, сколько ей лет, чем она занимается, что она любит, какие у нее боли и что ты как бизнес можешь ей предложить. Это избитые банальные вещи, которые, мне кажется, ну, как бы уже все, наверное, где угодно бесплатно говорят, но это на самом деле основа, с этого начинается все. Если вы идете в Инстаграм, вы должны понимать, что здесь другая аудитория, и этой другой аудитории нужно будет предложить что-то иное, чем то, что у вас есть. Это не значит, что вам нужно отказаться и вбухать там кучу денег в новый товар. Нет, начинайте делать, все делать постепенно и смотреть. Вот, и, соответственно, развивать
пусть это, опять же, скажу, избито, личный бренд, без этого никуда. Вот, и дальше постепенно-постепенно начинаете уходить в онлайн-подбор, но без обучения онлайн-подбору, без, знаешь, вот как у психологов, вы должны пройти свои там 3000 или 5000 часов терапии, вот так же и у бельевика, вы пока свои 5000 клиентов не обслужите, да, пока не натренируете эту самую насмотренность, ничего у вас в онлайне не случится, поэтому практика, практика, еще раз практика, я прежде чем брать деньги за онлайн-подбор, год делала его совершенно бесплатно. Брала все риски на себя и всегда компенсировала их клиенту. Только так. Вот когда я уже почувствовала, что все идет без сучка и задоринки, и я в себе 100% уверена, вот тогда... И самое что интересное, когда я сделала его платным, на него стали записываться еще больше. Таня, а тебе прислали фотографии женщины в белье? Да. И без белья тоже. Ну, не возникает проблем, что я не хочу, не могу, я стесняюсь. Бывает, бывает. Но ты знаешь, мне для меня, ну, есть две ключевые фотографии. Одну надо сделать, ну, хотя бы в белье, другую, в принципе, можно сделать в одежде, да. Ну, там, для меня это разницы нет. Но я не сканер, я не ясновидящая, я форму груди через шубу не определю. Вот, поэтому мне надо ее увидеть, как крутите, не крутите, но придется показать. Но здесь же как, здесь же идет как бы эффект того, профессионал ты или нет, да, я никогда не допущу того, чтобы какие-то личные фотографии пошли куда-то в сеть. То есть я вообще после личных переписок вообще все фотографии обычно удаляю. То есть я их себе не оставляю, мне они ни к чему на моем телефоне. То есть мы все сделали, клиентка товар получила, написала, что все отлично, все подошло, все мне показала, все, фотографии я удаляю, нигде они больше не остаются. Поэтому вот. Ну, конечно, женщины некоторые стесняются. У некоторых начинается первое, ой, у меня нет сантиметровой ленты. Вот, это обычно самое первое. Вот, но здесь уже очень много зависит от того, какой у тебя опыт. Вот. Мне иногда не нужна сантиметровая лента, даже чтобы по фотографии определить размер. Но я не рекомендую без замеров что-либо делать. Потому что замеры же тоже могут врать. Поэтому здесь как бы надо, чтобы было все. И фотографии, и замеры, и в одежде, и без одежды. Без этого никуда ты не денешься. Таня, у тебя во франшизе есть программа лояльности для постоянных клиентов? Конечно. Она у меня давно. Она у меня уже больше 3 лет. Ты сама без этого обязательно не так. Ты сама ее разрабатывала? Ну, ты имеешь в виду сам софт? Нет, я брала готовую программу лояльности, а настройки, конечно, сама куда деваться. Ну, то есть у тебя вот программа лояльности, это такая, ну, постоянная какая-то там накопительная, либо там скидочная политика? Да. А просто скидки? Да, да. Не, ну, я вообще против. Я вообще против скидок прямых. У нас прямые скидки бывают только на модные коллекции. А так я вообще... Нет ничего лучше, чем сарафанное радио, да? Вот поэтому я считаю, что моя задача как бизнеса – отблагодарить клиента за его рекомендации. Я всегда говорю, если вы меня рекомендуете, я вас отблагодарю. Вот, собственно говоря, так и благодарим. Ну, естественно, все сейчас все, знаешь, там, 4 года назад мне крутили у виска и говорили, что я сумасшедшая, что я купила какую-то фигню, там, что-то придумала, какие-то кэшбэки. Прошло совсем немножко времени. Покажите мне в компанию, в которой нет кэшбэка. У всех есть кэшбэки. Все крупные игроки рынка перешли на кэшбэк. Мы с кэшбэком работаем уже давно. Вот. У меня все мои постоянные клиенты, они все, как сказать, все участвуют, являются все участниками программы лояльности. У них у всех есть баллы, которые они копят и потом тратят в магазине на белье. Угу. А ну вот если там края, либо какие-то толковые такие уже модели, в распродаже делаете? Ну, если есть всегда, знаешь, вариант, там есть такая функция в программе лояльности, как товары за баллы, то есть можно поставить, например, там, если они остались, конечно, там, например, поставить за баллы ее продавать, да, либо, например, конечно, можно снизить, как бы я, например, знаешь, я придерживаюсь такого принципа, если вы за 2 года не продали, подарите, вот освободите вы это место,
подарите, попросите за это отзыв, попросите за это видеообзор, что-нибудь, ну, как, извлеките для себя, для бизнеса пользу, но не держите вы эту тряпочку одну единственную у себя. Зачем она вам? Пусть ее человек носит, пусть она радость ему доставляет. Поверьте, вам, к вам это большими деньгами вернется, чем вы там заработаете, ну, я не знаю, там, 20% сверху от опта. Но она у вас занимает обычную вешалку. Зачем? Отдайте. Пусть она уйдет в народ и принесет вам пользу в виде контента. Ну, это здравая мысль, но тут тяжело. Если бы это была футболка, проще с размером. А если это бюстгальтер, тут прям... Тяжело. Я согласна, что это тяжело. В белье вообще все непросто. Вот. Но если задаться целью, то можно что-нибудь придумать. Тань, а будете закупать новые коллекции или пока притормозитесь? А мы закупаем. Мы закупаем, я нет. Я все новинки, которые мне пришли, я все выкупила. То есть нет такого, что я сейчас приостановлюсь, распродам то, что у меня есть, а потом закуплю? Нет. Я вообще на самом деле, знаешь, не рекомендую вот это вот сесть и проедать то, что вы сейчас продаете. Случится такой момент, когда вы продадите все, что у вас было ходовое, вы останетесь с редкими размерами и останетесь еще и без денег на подсортировку. Угу. Нельзя прожирать то, что приносит вам деньги. Поэтому, ну, я, во-первых, я не могу так поступить с людьми, с которыми я работаю давно, я прекрасно понимаю, что они тоже потратили деньги, выкупив это у производителей, и прекрасно понимаю, что для них это тоже лишнее дополнительное обязательство. Конечно, для меня где-то это стресс, было очень стрессово, потому что сейчас самый такой сезон, когда все приходит, да, такие моменты. Но то, что уже было готово и отшитое, мы все забрали. В основном сейчас все производители сказали, что они отшивы новых коллекций все остановили. Ничего не производят, все шьют маски. Вот, поэтому, ну вот что было, мы забрали. Ну, потому что все равно надо работать. Я вам могу сказать, женщины все равно покупают. Все равно дни рождения продолжаются, праздники продолжаются. И люди, у которых были деньги всегда, они как жили, так и живут. Они как покупали, так и покупают. Я состою там в одном еще предпринимательском чате и могу сказать, что вот эта вот истерия массовая, она была у всех. Да, и там, ну, как сказать, там разные, разного уровня предприниматели, и все были вот в этой вот зоне ожидания. Но вот сейчас все говорят о том, что все равно оборот пошел. Да, он не такой, как он был. Он уже не будет прежним, все равно придется перестроиться. Но те, у кого более-менее налажено с онлайном, они все пошли в работу, то есть никто не сидит, не ноет, нет какого-то, знаешь, нагнетания ситуации, что как все плохо. Вот есть работа, и слава богу. Вот идут заказы, да, они где-то с перебоями, где-то могут быть непостоянно, но они идут. И хорошо, и слава богу. Вот пусть дальше так и будет. Дальше просто будет нарастать оборот, все выйдут из этого куматозного состояния, и, ну, мы уже не вернемся к тому, что было, но встанем на другие рельсы. Вот чем быстрее вы перестроитесь, тем будет вам лучше. Мне не в первый раз, поэтому я уже, знаешь, как хочешь не хочешь, а предприниматель — это тот человек, который должен меняться быстро, а иначе просто ты погибнешь, как предпринимательском смысле. Поэтому здесь вариантов нет. Время на раскачке, ее нет. Меняться надо вот так вот, быстренько. Сел вечер, подумал, утром пошла меняться. Таня, у вас купальников нет? Есть. А вот вопрос, как думаешь, они людям пригодятся? Вагон! Слушай, ну, у всех же первое сразу было. Все, Матвиенко сказала, вот сидим дома. Слушайте, ну, вот это вот из разряда, опять же таки, любви к себе. А, что у нас нет дач, у нас нет озер. А, кому-то повезло, тот живет где-нибудь в Краснодарском крае. У вас там что, нет поблизости водоемов, где вы можете купаться? Или что, там вы купаетесь в чем? В чем-нибудь стареньком? Или как? Подожди, сейчас откроются спа-салоны. Вы туда в чем ходите? Голая? Или в чем? Или в старье? Ну, то есть, вот это вот, знаешь, это вот, как сказать, вот тот, кто хочет работать, он ищет возможности. Кто хочет поныть, он найдет причины, чтобы поныть.
Вот у меня выкуплены все коллекции купальников, которые я заказывала. Там еще машина едет, еще с одной коллекцией. И сказать, ребят, я вам сейчас все обратно отправлю, потому что, вы знаете, скорее всего, никто за границу не поедет. Да? Потому что у нас уже там Европа официально объявила, что до сентября границы будут закрыты. Ну и что теперь дальше? Что теперь, не работает? Ну хорошо, в следующем году будем эти купальники продавать. Ничего страшного, зато у нас большой запас. Я, например, не планирую закрываться и даже запрещаю своим партнерам думать в эту сторону, что кто-то там соберется закрыться. Я говорю, вообще без шансов закрыться не дам никому, соглашение расторжения не подпишу никому. Поэтому ничего не знаю, работаем дальше. Продаем онлайн, все пойдут в бассейны, в спа, поедут на озера. Конечно, в большом и масштабном плане сезон, ну, как бы, скажем, мягко слит. Но все равно дальше-то надо что-то делать. Не делать это проще. Умереть, сложить лапки и умереть – это самый простой вариант, но он нам не подходит. Угу. Поэтому у нас есть план Б – работать дальше, без вариантов. А вдруг у нас люди так устанут сидеть в карантине, что как рванут в теплые страны в ноябре, в декабре, как выкупят? Слушай, Тань, а вот что-то вот именно вот в кризис, какие-то дополнительные меры по продвижению в онлайн, что-то вы делали, что-то ты советовала своим франчайзи, например, там больше сторис, либо контент, что-то вот. У нас было самое страшное для нас было, если перестанут работать курьеры. То есть, что делать, если перестанут работать курьеры? У нас вообще каждый месяц планерки. Планерки у нас разного плана. Слава богу, и знаешь, что это не одной мне приходится придумывать. А когда у тебя есть еще 20-25 голов, которые тоже могут подумать, это гораздо лучше. Вот и одно из предложений было, и мы успешно апрель, собственно говоря, на этом и сделали обороты, мы продавали сертификаты. И я просто видела, что вначале у некоторых, ну и мне тоже, у меня же есть клиентки, которые работали со мной, для которых вообще стресс был, когда я сказала, девочки, теперь вы белье будете покупать у Оли, да, там, у моего партнера. Он говорит, в смысле у Оли? Я говорю, ну вот так. Они писали, Таня, что вы за сертификаты продаете? Я говорю, ну вот сертификат просто для тебя. Вот ты сейчас, например, ну ты давно хотела купить себе новое белье, да, тебе вечно было жалко на него денег, ты там все ждала, а когда же будет скидка? А у тебя вот такой ходовой размер, который ты никогда не дождешься по скидке. Я говорю, вот ты сейчас платишь, например, на 20% меньше, а потом покупаешь на сумму больше. Ну, например, там платишь сейчас 2400, но белья заберешь на 3000. Потом вот выйдем мы там, откроемся, приезжай, забирай там. Ну, доставка работает, можем с доставкой привезти. Она говорит, а что, так можно было? Я говорю, да, так можно. И вначале была такая, знаешь, неделя тишины, когда все вот это вот, а что они такое продают вообще? А потом они стали писать, слушайте, Татьяна, правда? Слушайте, а я действительно хотела. Я сейчас заплачу, как только откроется, я приду, потрачу. И вот так вот мы, собственно говоря, весь апрель и крутились. Вот, и покупали. Самое, что интересное, покупали. И не только, ну, то есть же такое понятие, типа сертификат, это же только на подарок. Ну, о себе любимой. Ну, то есть у нас не было с этим проблем, у нас там в программе лояльности можно баллы на счет кинуть, они несгораемые, они никуда не денутся, они всегда с тобой в телефоне, ты не потеряешь этот сертификат, это не бумажка, да, вот он в электронном виде у тебя на телефоне. Все, пришел в любое там, в любое время, там, через месяц или когда у тебя будет возможность, или привезут еще какую-нибудь красоту, и у тебя уже есть денежки для того, чтобы урвать, так скажем, эту новиночку, побыстрее, как горячий пирожок. Плюс у нас всегда есть игры. Я всегда за вовлечение и всегда за то, чтобы благодарить подписчиков и клиентов за их активности. И вот те, кто у нас играет в играх, мы дарим обычно баллы, тоже баллы люди копят, и, соответственно, это дает им еще лишнюю мотивацию, то есть они у тебя участвуют, вроде бы просто взаимодействуют с твоим аккаунтом, сами себя развлекают, но при этом еще и баллы получают. И вот, пожалуйста. Тань, что за программа такая? Ты можешь раскрыть карты? Потому что ты уже так ее прям, что и там баллы, и там поиграть, и там можно белье. Меня потом не обвинят в рекламе. Я, конечно, скажу это. Я нигде не скрываю, у нас везде это написано. Это UDS, UDS App. Да, это такой, скажем, агрегатор, да,
вот этих вот скидочной системы. Мне очень нравится эта программа. Я лично знакома с разработчиком, с владельцем этой компании. И, ну, то есть, знаешь, такой человек, у которого хочется учиться, потому что он видит больше, видит шире и мыслит глобальнее, чем обычные люди. И я восхищаюсь, что за 4 года жизни этого приложения этот человек смог создать. Поэтому, когда мне только ее показали, она была такая, знаешь, очень простенькая, но тогда мне казалось, думаю, вау, вот это фишка, думаю, вот это круто, это, думаю, хорошие сапоги надо брать. Вот, и я только рада, потому что все больше и больше там функций добавляются, а купила я ее давно, а пользуюсь до сих пор. Вот, поэтому кому надо, обращайтесь, помогу, расскажу. Тань, а вот если бы мы сейчас, вот ты вот могла дать 5 советов бельевому магазину, владельцу бельевого магазина, если мы уже говорим про то, что мы коллеги, какие бы эти были 5 советов? Ну, первое, это, конечно же, выходить в онлайн, то есть если у вас вот нулевой аккаунт в Инстаграме, начните им наконец-таки заниматься, идите, ну, то есть вы понимаете, да, что это вложение сейчас, и это вложение вот в ваш бизнес и где-то даже больше в вас, как в личность, потому что ни одно обучение для вас бесследно не пройдет, хотите, не хотите, но вам придется переформатировать и себя, и свои мозги, и свой бизнес, потому что по-другому, точнее, по-старому уже не будет, все точно, точно будет по-другому, то есть первое это... идти обучаться Инстаграму. Второе, это 100% идти обучаться брофитингу, потому что скоро ту розницу, в которой вы привыкли видеть, ее тоже больше не будет. Потому что женщины меняются, и новое поколение женщин это будут совсем другие потребители. Хотите вы этого или нет, но даже тоже самая вот эта, теория поколений, вы никуда от этого не денетесь. Вот, она все равно настигнет всех. И те женщины, которые идут за поколением вот сегодняшних, да, миллениалов, следующие, они вообще не знают мир без гаджетов. Вот представляете, что сегодняшние, там, даже вот некоторые подростки, они не представляют мира без интернета. То есть мы, рожденные в СССР, знаем мир без интернета. Эти дети не знают мира без интернета. Для них это поколение большого пальца, да? У них нет другой реальности. У них интернет – это тоже их реальность. Она не альтернативная, она та же самая. И хотите, не хотите, но вам придется измениться. Поэтому идем прокачиваем себя в Инстаграме. Если нужно, кому учиться, я могу сказать, кому нужно пойти поучиться, у кого я сама училась и кто дал мне результаты. Дальше это обязательно мы идем на фотосессии, да, потому что для многих это тоже большой стресс, потому что без визуала, без вас в аккаунте ничего не случится. И сейчас есть студии, которые даже в карантин снимают. Кто-то даже сейчас из фотографов научился делать фотографии онлайн. Не знаю, как это, уже надо к ним обращаться, но такое тоже возможно. Кто-то предлагает даже к себе домой прийти, и, возможно, для вас этот формат тоже как бы допустим, и вы можете пригласить к себе фотографа, и пусть он вас поснимает даже в домашней обстановке. И это, кстати, тоже очень хорошо должно зайти, вот особенно сейчас, в этот период. Прям для бизнеса это прям... ловите под карандаш, так как сказать, обязательно возьмите себе дизайнера. То есть если у вас проблема с визуалом, найдите графического дизайнера или человека, который будет заниматься сборкой вашего контента для того, чтобы составить этот самый визуал. Вот если у вас этого нет, вам будет очень прям тяжело. Для тех, кто не знает, нет денег, например, сейчас масса всяких разных интернет-магазинов, где продаются готовые визуалы. Попробуйте, посмотрите. Можете начинать с этого. То есть для 21 поста вам этого будет достаточно. Но обычно кто продвигается обучается на продвижении Инстаграма, там обычно всегда говорят, да, что вам надо делать, что визуал – это неотъемлемая часть вашей стратегии. Дальше это, конечно, идти обучаться брофитингу. Ну, это возможность прорекламировать себя любимую. Идите обучаться ко мне.
Вот, я, ну, сейчас на самом деле очень все просили сделать ставку на онлайн-подбор, и всем, кто пришел на обучение, я всем сказала, окей, я с вами поделюсь, я вам расскажу, как я это делаю, потому что дальше же все равно зависит от самого человека, да. Если он готов, у него получится, он возьмет то, что ему дали, и пойдет делать свой результат. Понимаешь, кто не готов делать ничего, ему даже дай бесплатно, он и с этим бесплатно не будет ничего делать. Вот, поэтому он потом скажет, а у вас это само не работает, я такая хорошая, это у вас там какие-то проблемы. Поэтому здесь начать, если у вас нет денег, начните с книжки. Вот если вы совсем ноль в брафитинге, начните с книжки, начните с аккаунтов брафитеров, просто читайте даже то, что дано бесплатно. Это уже даст вам возможность немножко начать меняться. Да? Дальше, конечно, выходите в онлайн, то есть в том плане, что создавайте площадку, где вы представляете ваш товар. То есть если у вас там, вы не понимаете, как это сделать в Инстаграме, значит, сделайте это ВКонтакте. Да, там все вообще нативно, элементарно, примитивно, я бы даже сказала, но даже там можно начинать зарабатывать. Там тоже есть прямые эфиры, там тоже есть сторис, там можно выложить товар, настроить оплату, там тоже все это вполне себе работает, и есть люди, и до сих пор у меня даже в группе ВКонтакте приходят заказы. Она у меня, ну, как бы, я давно перестала делать на нее ставку, потому что весь мой целевой клиент ушел в Инстаграм, но, тем не менее, регионы ВКонтакте до сих пор заказывают. Вот, и я рекомендую, конечно, работать со своей головой. Это, наверное, ключевое, да, потому что если вы застряли в парадигме прошлого и не понимаете, что сейчас происходит, то вам будет очень тяжело дальше, потому что дальше гайки будут закручиваться только сильнее. И если вы мозгами не перестроитесь, то, ну, наверное, безопаснее будет закрыться и уйти в какую-то другую область. Ну, вот да, как-то так. Там был вопрос про, стоит ли беревику с опытом идти учиться брафитингу, и я прям поделюсь. У нас, когда на Lingerie Show Forum в феврале проходила, прям звонили люди, которые хотели приехать на выставку, и спрашивали, где, ну, у кого на стендах можно поучиться. Ну, и когда мы там пытались кому-то направить, было сказано, что да мне вот, я 20 лет в бизнесе, я 20 лет, мне не надо учиться, мне там нужен сертификат, например. Вот нужно ли человеку с опытом, у которого 20 лет бизнес или 30, или вот, который всю жизнь в белье, учиться брафитингу, вот, допустим, у тебя? Ты знаешь, я иногда не очень люблю брать таких студентов, потому что я не люблю править мозги, да, особенно делать это насильственно. Вот, потому что если человек хочет учиться, он обнуляется, да, и говорит, все то, что я до этого знал, это все хорошо, но я прихожу учиться, и я там выступаю в роли ученика, поэтому я там вот полностью обнуляюсь. И весь свой опыт, это хорошо, что он у меня был, но сюда я пришел взять тот опыт, который мне передает тот, кто обучает. И тогда все случится. Потому что это самое частое заблуждение, то, что я 25 лет, и мне не надо учиться, и вы все знаете. Если вы все знаете, то почему вы не учите? Ну, потому что вы практики, вот. Вот и все. Поэтому, как бы, значит, структуры в вашей голове нет. Как можно это передать, да? Значит, надо идти и сделать из головы свою структуру. И это абсолютно нормально. Потому что я, например, я могу тебе честно сказать, я очень ждала поездки в Польшу, которая должна была быть в апреле. Но корона внес свои коррективы. А я ждала, потому что у меня были договоренности на обучение там. И я очень хотела, чтобы у меня партнеры туда попали. Вот. Но как бы... Вот случилось так, как случилось, все отложилось. И знаешь, я там, например, могу сказать, я сама кого хочешь могу научить, и могу много что рассказать, и как бы у меня очень много уроков еще написанных в стол, но я, например, буду рада, если у меня будет возможность посмотреть на подбор глазами другого специалиста. И я, например, всегда с радостью посещаю мастер-классы, которые по брафитингу проходят в рамках выставки. То есть, знаешь, я не прихожу туда, типа, ну давай,
Расскажи Удиви мне. меня. Ну, давай, да. Я всегда смотрю с той точки зрения, у человека есть свой какой-то уникальный опыт. У нас, по сути, вообще вот как граффитинга, да, как такого чего-то описанного и изложенного, его нет. То есть, ну, как бы это вот реальный опыт людей, кто-то готов этим делиться, и кто как готов еще этим делиться. У всех еще разный формат и разная подача, понимаешь? У кого-то же клинит, что это только офлайн история и не более того. Я по-другому смотрю на граффитинг. И я всегда, наоборот, рада послушать человека, когда он рассказывает, а как это происходит у него, как он это делает. И это же тоже очень ценно, потому что это потом можно переложить на свой опыт. И я, например, только за. Поэтому мне, например, абсолютно не важно, сколько человек до этого работал. И когда у нас открывались магазины, к нам очень много приходило устраиваться на работу бельевиков, ну, не самих владельцев, да, а вот консультантов, девочек, которые работали в бельевых магазинах. И у меня франчайз. Тань, там готовый специалист. Я говорю, ты знаешь, мне проще взять вообще человека с нулем в голове, чем я сейчас буду человек, который работал с бельем, перепрошивать ей мозги. Потому что если она работала в парадигме четырех поясов и четырех чашек, я ей взорву мозг, когда я ей скажу, что их гораздо больше. И что вот так вот, как она привыкла работать, так вообще не, ну, не так надо работать. Я говорю, давай, может, вообще, вот она ничего не знает, давай мы ей с самого начала все заложим, так как надо заложить, и это будет проще. Просто люди, у кого есть опыт, им очень часто иногда сложно отказаться от своих же вот этих вот принципов, да, скажем так, тех стереотипов, которые у них есть. Ведь наша же реакция на многие вещи, это ведь нейронные связи. Да, то есть когда-то у кого-то был первый опыт, на который сложилась определенная нейронная связь, и эта связь каждый раз всплывает, когда вы сталкиваетесь с чем-то похожим. Да? То есть ну, мозг... Почитайте, короче, Курпатова. Вы все потом будете знать, кто на самом деле управляет вашей жизнью, да, вы или ваши мозги. Вот, поэтому здесь вот, ну, очень хорошая книжка, я вам искренне советую, «Красная таблетка» или «Как убить в себе идиота». Вот, это прям огонь. Ваш мир больше никогда не будет прежним. Это так, знаешь, у меня есть франчайзи мужчины, и ну, у меня обучение для франчайзи, оно обязательно для всех, и даже мужчины у меня проходят обучение. И они мне все сказали, Таня, что ты со мной сделала? Я теперь нормально на женщин смотреть не могу. Я теперь хожу и смотрю, как у нее белье подобрано, где у нее там выточки, и на каком уровне у нее пояс бюстгальтера находится. То есть вот так вот. То есть не только женщин перепрошиваем. Таня, у меня, знаешь, как муж страдает? Я ему иду и рассказываю, да там же пояс, он поднят. Я вообще не очень там в брафитинге, но так как сталкиваюсь, я иду ему на эмоциях, он говорит, зачем? Зачем я вот это буду знать? Для чего? Ну вот, как бы, вот такие вот... Да. А знаешь, каково это быть мужем бельевика? Знаешь, что это такое? У меня муж, мы на каком-то мероприятии были, он ко мне подходит, такой, знаешь, такой, Таня, срочно дай визитку, срочно дай. Я такой, что случилось? Видишь женщину? Ей точно надо к тебе на консультацию. Вот это вот так вот иногда бывает. А иногда это тоже, знаете, это приколы из жизни. Это, может, так, у кого там есть муж, которому нечем заняться сейчас на карантине, пусть заведет аккаунт. Каково это быть? Или муж бельевика, пусть он поснимает туда мем. Я думаю, это просто гарантированный успех будет. Знаешь, что у меня муж инвестор, у него закрытый аккаунт, но у него там одноклассницы, там еще что-нибудь, и мы там где-нибудь ну, с кем-нибудь приехали общаться, например, там белье смотрим, и он там снимает это вот девочки, вот это балконет туда-сюда, и ему девчонки пишут, Миша, а ты откуда это знаешь? Так это тоже работает. Ну вот, и некоторые, да, на самом деле, некоторые могут от мужчины вот даже так перейти. У меня есть студенты, у которых свой бренд, и у меня граффитингу обучалась не она, а обучался ее муж, потому что он у них был ответственный за контент. Вот.
И вот потом она мне сказала: Таня, походу, надо мне идти к тебе на обучение, потому что я иногда не понимаю, о чем он мне говорит. Тань, спасибо большое за такой крутой эфир и за такой позитивный, что мы посмеялись и вообще забыли про кризис, но там одна минута осталась. Спасибо тебе огромное, от всей души. Да, спасибо за приглашение. Я думаю, мы еще раз с тобой встретимся, потому что это было очень круто. Все, спасибо большое. Приглашаю, я буду рада. Обязательно. Да, всего хорошего. Всем, да, до свидания. Счастливо.